Все мы помним и знаем российскую актрису Елену Захарову. Многие из нас являются большими поклонниками и фанатами этой актрисы. Многие следят за ее жизнью. Но сегодня рано утром с Еленой Захаровой случилось большое горе. Рано утром она решила прокататься на велосипеде в парке рядом со своим домом. Уже несколько дней Елена Захарова находится в творческом отпуске. В какой-то момент, когда она разогналась по велосипедной дорожке, у нее лопнуло колесо, и она перевернулась на велосипеде. Прохожие помогли ей встать и вызвали скорую помощь, так как на ее лице, на руках были видны телесные повреждения. Сейчас, по всем нашим данным, Елена Захарова находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь. С ней пока связаться не получается, так как ее мобильный телефон выключен, а родственники и знакомые пока ничего не комментируют. Надеемся, что спустя некоторое время мы все-таки поговорим с актрисой и возьмем у нее небольшое интервью. Мы хотим узнать, как она себя чувствует и как предстоит ее лечение. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, будьте всегда с нами и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.